Заводоуковский идет сбор книг для госпиталя в Белгороде. За несколько недель жители принесли около 1000 экземпляров. Жанры разные, от классики и приключений до сканвордов. Жители несут и новые книги, среди них немало многотомных изданий. Собранные экземпляры пролистывают и сотрудники библиотечного центра. Мы обнаружили в одной из книг молитву для солдата. И вот одна из дарительниц, которая принесла книгу по акции, вот она вложила от себя такие вот слова поддержки для того, чтобы солдаты могли не только прочитать книгу, но и вот такую поддержку от нее получить. Книжные посылки формируют во всех библиотеках городского округа. С просьбой к волонтерам обратились военные, которые в феврале уже доставляли в госпиталь гуманитарную помощь.